Добрий вечір. Вітаю вас під абажуром. І сьогодні ми будемо говорити про те, як залишатися оптимістами навіть у найважчі часи. Ну, я, наприклад, оптиміст, але все одно пару рецептів, я думаю, наш гість, психолог Лариса Григорьевна, нам дасть. Добрий вечір, пані Лариса. Здравствуйте. Меня зовут Григорьева Лариса Владимировна. Я практикующий психолог, детский и семейный. О, от правильно. То через те, я думаю, що ми почнемо саме з сімейних стосунків. Тому що от все-таки, ну, направду, тяжкі часи, і воно впливає надзвичайно і на психіку окремої людини, і відповідно, що на стосунки між людьми. Тому що не вистачає грошей, всі заклопотані, часу, оце все така колотнеча. І, звісно, це позначається негативно на стосунках. Тут як все-таки зберегти от якусь хоча б мінімальну оптимістичну лінію в цьому? Очень интересный вопрос. Дело в том, что все зависит только от нас. Если у нас есть наши внутренние ресурсы, то есть наше богатство, на что не влияют ни смены президентов, ни обрушившиеся банки, ни катастрофы, то есть это здоровье, физическое наше состояние, интеллект наш, самооценка, потом умение позитивно смотреть на жизнь, ну и то, как мы реагируем в стрессовых ситуациях. Можно каждое рассмотреть по отдельности, если хотите. Ну, это дуже простий, от мені здається, такий рецепт сказати. Угу. От треба внутрішньо зібратися, так, і нормально переносити ці всі труднощі. Та, ну, не завжди воно так в житті вдається. Конечно, конечно. Смотрите, если вот наступил кризис, да, мы должны обратить внимание на свое здоровье. Потому что если у нас нет здоровья, как мы будем преодолевать? Криза будет поглибливаться. Конечно, она будет и внутренней, и внешней, и все. И все сразу становится очень плохо. А если у нас есть руки, у нас есть ноги, у нас есть голова на плечах, мы же можем, ну пускай некоторое время, но мы можем стать чернорабочими, поработать, да, и заработать, как-то подняться. Если у нас есть интеллект, мы можем использовать свой интеллект, тоже свои знания, мы их точно так же можем продавать. Да, але купа людей, які не впевнені у собі, вони думають, та що ж, я зовсім дурний якийсь, я не можу заробити, наприклад, чи мені не дано заробити. А это уже третья составляющая. Это идет наша самооценка. Если она заниженная, у нас никогда ничего не будет получаться. Мы никогда ни в чем не будем уверены. Но очень часто путают самооценку с тем, как мы прогнозируем себя. То есть если говорим, что вот я глупый, у меня ничего не получается, да? Тогда у нас и действительно ничего не будет получаться. Не-не, все треба, це як єврейські мами. Треба казати, ти найкращий в світі, я просто зірка. Правильно, правильно, правильно. Ведь не человек плохой, поступки плохие. И на это нужно говорить. Да, я совершил глупость, и у меня есть возможность исправить ее. То есть надо любить себя любимого. О, ну це взагалі мені здається, це як, ну, є карми художників, чи там і там кредо художників, да, то це кредо психологів, любіть себе. Так? Да. Як мантру, если, так повторювати. Конечно, конечно, смотрите, если вы не любите себя, да, вы не будете уважать себя. Какое уважение вы покажете всем другим? Как вы научите детей уважать себя? Да? Как вы заставите мужа уважать себя? То есть, если мы уже о семье говорим, а на работе точно так же. И если вы к себе плохо относитесь, как кто-то к вам будет хорошо относиться? Почему, если вы сами к себе плохо относитесь? Добре. От я до себе, наприклад, погано ставлюся, так. Як це можна виправити? Ну, це ж уже щось таке внутрішнє, яке ніби дано мені, ну, от така я. Кто вам сказал, что это вам дано? Кто вам такое сказал? Не верьте никогда. Не верьте. Если вы себя уважаете, а уважать себя всегда есть за что, вы совершаете поступки, да, не всегда они могут быть хорошими, но ведь не всегда и плохими. Вы выучились, вы чего-то достигли, почему вы не уважаете себя за это? Это и есть уже первая часть вот той ступени, на которую можно положиться и уже расти дальше. Ну, добре, але якщо все-таки людина, наприклад, робила якісь вчинки, за які вона справді, ну, їй соромно, таке ж може бути, правда? Конечно, ми ж не говоримо зараз про мене, ми просто моделюємо ситуацію. Естественно. То їй важко якось повірити, що ти все-таки хороший?
Но, знаете, самобичеванием можно заниматься всю жизнь, но ни к чему хорошему это не приведет. А до чего это, речи, приводит? Ой, вы просто падаете духом. У вас не то, что снижается самооценка, вы вообще становитесь неуверены ни в себе, ни в своих знакомых, ни в своей родне. Ну, полностью мир для вас обретает такие темные. То есть вы постепенно опускаетесь в депрессию. А вот с депрессии выйти очень сложно. Если с хандры еще можно выйти, то с депрессии только метикаметозно. Поэтому я всем рекомендую лучше позитивно смотреть на жизнь. И в депрессию не ходить. Нет. Потому что этот мир просто теряет цвета. А ведь он такой прекрасный. Ведь можно радоваться утренней кружке кофе, да? Росинки на траве. Как распустился цветок. В часы сложные, они тоже распускаются. Там без сумму. И солнышко тоже приходит, да? И світ насправді прекрасний. Конечно, але чомусь багато людей все-таки не помічають цієї краси. Чому, як ви думаєте, чому вони такі зашорені чи, ну, не знаю, закриті? Ну, чому краса до них, до серця їхнього не доходить? Очень большое влияние имеет семейное воспитание, да? Если в детстве мама говорила вам, что, например, не именно вам, да вообще, что ты недостаточно хорошо сделал, ты недостаточно хорош для этой жизни, за что тебя можно любить и уважать, как этот человек вырастет, он всегда будет не уверен в себе, ему всегда чего-то не будет хватать, пустыню напоить нереально, то есть сколько туда потом семья не будет вливать любви, ничего этого не изменится, так что пока все-таки сам человек не решит, что все, я хочу быть счастлив. И вот только вот это вот решение, это уже сразу, как говорится, наш внутренний кризис останавливается. Человек решил бороться за что-то. Тогда можно и внешний кризис преодолеть. Ну, а если он внутри, это очень сложно. Ми вже вивели дві мантри, так? Це спочатку я люблю себе, і друге, я хочу бути щасливим. Обязательно. Але от я от ви говорили, пані Лариса, я зараз собі подумала, от кажуть, що найтяжче це прокляття матері. От є справді такі матері, які проклинають своїх дітей. І це насправді воно навіть психологічно виходить, що там ламає людину, вже не кажучи про якісь енергетичні закони. Очень сложно. На практиці у мене були случаї, коли просто вот это вот как бы прогноз мами. Вот это вот проклятие надо было просто перестраивать и показать человеку, что он действительно достоин. Достоин того, что его любят, достоин любви, достоин чего-то. Представляете, человек настолько тогда расцветает, когда он начинает верить в себя. Даже что-то маленькое, даже пускай это будет хобби, но оно начинает приносить ему настолько удовольствия, что просто, во-первых, и самооценка поднимается сразу, и позитивное мышление становится позитивним. Так все-таки хобі треба шукати, я відчуваю, ще один якийсь закон обязательно виживання оптимістичного нашого, правда, в цьому тяжкому світі. Звісно, звісно, звісно. А що ще, от, що би ви ще порадили? От як собі цей оптимізм трошки виховати? Ну, смотрите, должно бути желание куда-то двигаться, да? Если у нас нет какой-то цели, мы не можем никуда двигаться. Если я, например, хочу чудесный дом, да? Я начинаю с чего-то, с проекта. А если я буду мечтать полететь в космос? Ну, але це ж тільки мрії. Вот именно, это только мечта. Поэтому нужно строить такие планы, которые вам действительно нужны и которые вам под силу. Если я начинаю строить дом, то я хотя бы для начала наведу порядок в старом. А мы что? Обложились всем и счастливы, и у нас ничего не получается. У нас, как всегда, нечего одеть, но полон гардероб вещей, да? Полон холодильник и нечего кушать. Очень много, и да, кризис. Не совсем так, как было раньше. Ну так. Но не всегда оно может быть, ну, так. Я так думаю, может, что принаймні краще в набагато разів, ніж, наприклад, було 70 років тому. Вот. И вот говорят, не только лень – двигатель прогресса, но и кризис – это значит, пришло время что-то изменить, посмотреть на что-то по-другому, другим взглядом, сделать что-то.
Ну, але це дуже важко насправді шукати ці нові шляхи в кризі. І через те багато хто конечно. Просто опускається на дно. Да, особенно если мы еще себе говорим, что нет, это просто трудное время, это не кризис еще. Вот тогда мы просто занимаемся самообманом, и действительно мы никуда не дойдем. То есть там уже оптимизируй, не оптимизируй, но ты будешь сидеть на одном месте. Потому что ты двигаться не будешь. То есть, если преодолевать кризис, то нужно потом еще после кризисовое время тоже как-то выстроить правильно. Ну, взагалі, я так розумію, третя мантра наша – це рухатися. Обязательно, обязательно. Тарбаш каже, що без руху немає життя. Вот, как бизнесмены еще любят говорить, под сидячую попу коняк не течет. Поэтому, да. Начало, це буде щось новеньке. Да. Добре, пані Ларисо, але насправді людина все-таки вона живе в соціумі. І от коли навколо багато такого негативу, тобто і самі люди якраз настроєні якось так, можна так сказати, агресивно, то важко себе поводити якось інакше. От люди агресивні, ти йдеш і посміхаєшся. Насправді, от як можна реагувати на агресію інших людей, на їх негатив? Вот смотрите, мне, наверное, в жизни очень сильно повезло, потому что я встречаю только хороших людей. Наверное, потому что я несу им оптимизм. То есть я показываю им, как это просто увидеть другим взглядом. Да, но если отвечать агрессией на агрессию, это всегда будет агрессия. И ничего хорошего из этого не выйдет. Я не говорю о том, что нужно идти и улыбаться просто, потому что иногда это можно принять, ну идет себе счастливый человек просто так, не от мира сего, да? Просто це идет и улыбается. Да. Собі так думає. Это просто идет и улыбается. Но когда мы настраиваемся на что-то хорошее, положительное, просто люди это чувствуют. Невозможно просто нагрубить человеку, даже вот, ну, случайно, да, в троллейбусе наступили на ногу. Мы можем огрызнуться, мы можем сказать, ну, ёлки-палки. А это была моя нога, да? Это уже как-то расслабляет накаленную ситуацию, и уже люди, ой, извините. Сразу же машинально человек говорит, извините. То есть, потому что это было случайно. Ну, мені здається, тут ще питання виховання дуже значне. Конечно. Можна 300 разів наступити на ногу і ніколи не сказати «пробачте». Но это уже идет из семьи. Тоже. Если мы своих детей не учим, что нужно маме помочь, что нужно, как неправильно сказать, что если дети не участвуют, вот когда мама, папа там ведут какие-то беседы, и дети не участвуют, не дискутируют, как правильно, как лучше, тогда они и не умеют. Ну, просто, мені здається, у батьків зараз немає часу дискутувати про щось з дітьми. А ви думаєте, в прошлом, от раніше, у родителей було много времени? Всегда можна знайти время, якщо захотіти. Ми вже знаходимо время спросити у ребенка, що ти сьогодні поїв, як у тебе сьогодні уроки пройшли, да? Ну, і можна заодно і ще пару слов сказати. Така важка справа сказати про слівінками. Особливо це в родині. Мені здається, що така реакція часто від як набридливої мухи, що просто ти закриваєшся і вже в своїх проблемах і нічого не помічаєш. Чи не в проблемах, навпаки, в своєму світі. Але ж я не думаю, що це до добра, правда? Все-таки в сім'ї потрібно взаємодіяти. Обязательно, обязательно. Тобто не зря говорять, що от у детей кризис 3 лет, 7, 13 и уже 17 лет. И если кризис первый мы просто так легонечко прошли, да, то он потом отразится на следующих. Да, и если ребенок в 3 года вытребовал то, что ему надо, то есть родители не захотели вмешаться и показать рамки, по которым он должен жить, то когда он становится старше, ему становится намного сложнее. То есть он и требовать будет больше. Он считает, что ему все дозволено, что все в жизни ему должны. Вот отсюда и идет. Ну, такого, мне кажется, надзвичайно много, правда, в жизни? Да. Ви ж працюєте з дітьми і зараз. Обязательно. Все-таки, наприклад, тут діти 10 років тому і тепер, вони змінилися? Очень. В чому зараз різниця? Во-первых, как я говорю, сейчас все акселераты, все намного быстрее развиваются, все намного эмоциональнее развиты.
Эмоционально самое? Да, да. Потому что раньше считалось, что эмоции нужно скрывать. Да, и родители как бы тоже не старались проявлять эмоции на детях. То сейчас родители умные, они стараются показывать. А хотя иногда даже просто не замечая этого, они просто показывают реакции эмоциональные, как они реагируют. И, например, дети, сейчас много неуправляемых детей. Потому что хотят детей воспитывать по, там, по американской модели, по западному типу, да, по японской модели, где он король, да. Но забывают все, что это до определенного времени. Когда он идет в школу, он становится рабом, послушным рабом. А у нас король? Корону одел, і все, і до кінця. Більше того, цей король потім залишається з батьками на своїй королівській посаді, навіть після закінчення школи, і вони змушені його тягнути, і тягнути, і тягнути, правда? А зачем? А в Америці ви його швиденько виставили за двері в 17 років. Звісно, там до 17 років родителі заботяться, а потім вже він сам, він вже взрослий. А у нас як же маленький, він ще до 40 років маленький. Да, очень приятно, когда 40-летний мужчина идет с мамой и выбирает там и заколочку или часы, а не когда 40-летний приходит с мамой, она ему свитер покупает. Я думаю, трусы. Или трусы. Это тоже, видите, как бы тоже зависит от того, что мама вложила. Мама показывает, как жить в семье, а папа-то показывает, как в социуме. Поэтому очень много зависит и от пап тоже. Ну, папы у нас такие интересные сейчас, как зюльки, да. Что это означает? Детей выкинули в иное гнездо и полетели? Да, да. Мама воспитает. Мама лучше знает. Ну как, а папа тогда зачем? Ведь просто так же не бывает. Ну, так, зрештою, хтось якийсь чоловічий початок чи щось має давати з цього джерела, правда? Обов'язково. Ну, це природні, напевно, такі процеси, пані Ларисо. Але от зараз трошки змінимо тему, може, можливо, це не всіх стосується, але все-таки воно зараз для нас є актуальним. Це є про тих людей, які у нас повертаються з зони АТО, тому що от зараз пройшла чергова хвиля мобілізації, і те, що вони психологічно нестабільні, ми це прекрасно розуміємо, тому що вони жили зовсім за іншими законами, і за законами, власне кажучи, війни. І в мирному житті їм надзвичайно важко. Так? І вони, коли приходять сюди, в мирне життя, вони стикаються з багатьма проблемами, але я не, ну, не може не настільки вони, як їхні родини. От що би все-таки ви порадили? Чи я правильно взагалі кажу? Так, так. І що ви порадили все-таки робити цим родинам? Як зустрічати хлопців з такого? Ну, во-первых, їх можна окутати любов'ю. Пониманием, тем, что они были действительно в зоне боевых действий. Это не просто так пошли прогулялись. То есть очень неправильно, когда родители, говорю, семья сразу же пытается втянуть в свой привычный мир. Да? Мы здесь живем, мы здесь работаем, наши мы здесь как-то зарабатываем, да, мы тут и с друзьями встречаемся, и все. Сразу же пытаются просто втянуть. Но люди пришли совсем другие. Они приходят с измененной психикой. Я не говорю, что это необратимый процесс. Они просто видели смерть. Они хоронили своих товарищей. И это очень серьезно. И просто так, понимаете, даже то, что случайно упала кружка, может быть триггером для человека, который только что вернулся. Он уже может как в окопе сразу прятаться. Либо где-то уже на защиту становиться. То есть нужно иметь в виду, и было бы очень хорошо, если бы была такая возможность, просто вот собирать жен, мужья которых были в зоне АТО, чтобы просто проводить беседы, потому что все случаи, понимаете, они вроде бы как внешне одинаковые, а внутри-то разные. И непонятно, какой это человек был до. Если он, например, пил, с чего вы взяли, что он вдруг пришел и не будет пить? Он еще больше будет пить. Во-первых, все, когда приходят СТО, они первую неделю пьют, потому что им просто нужно как переключиться.
А все-таки алкоголь настільки допомагає в переключенні? Так, їм допомагають. Я думаю, одні що... бросають, неділю попили, все, бросили, думаю, тому що вони розуміють. Важко саме для очень, родини сприймати, очень. Що от людина прийшла, вся знервована, починає десь тиждень, її нема, вона п'є, будемо так казати. Так, да, да. А ще дуже плохо, коли одразу ж там, о, давай, там компанії збирати, шумні, туди, і давай розкажи, як тобі там було. Тобто, человек не был на каком-то концертном выступлении, да, что он может этим поделиться, да. Или там, я столько человек убил, вот счастье-то какое, да. Разве это ему легко удалось? Никто же об этом не подумал. Очень сложно. И было бы очень хорошо, если бы у нас были реабилитационные центры, чтобы сразу... Ну, скільки про це говориться, одно, але, на жаль, і віз, по-моєму, і нині там. Да, очень хорошо вот в израильских армиях это построено, потому что сразу же после боевых действий идет как карантинная зона, они, да, они проходят эту карантинную реабилитацию, это месяц, и сразу же в мирную жизнь. То есть... А чому, наприклад, зараз так все-таки рідко, мені, точніше, навпаки, не рідко, я знаю, що не беруть атошників на роботу, якось до них ставляться так по-дивному люди. Як ви це пояснюєте? Ну, по-перше, руководителі бояться того, що у них може бути неадекватна реакція. Да, якщо там прийшов якийсь клієнт, і, як у нас кажуть, клієнт завжди прав, да, но коли нам наступить на наш мозоль болевой, мы реагируем все по-разному. И вот чтоб не было там никаких там драк, никаких обзываний, никакой агрессии, вот поэтому они просто перестраховываются. Хотя это очень плохо. Они тоже люди, и они достойны. Я бы так сказала, что они не только тоже люди, а они нас защищали. Да, обязательно. Они сделали свой выбор за то, чтобы мы свободно жили. И вот это вот обесценивание, это тоже очень плохо действует на них. Ну, а зараз, приходят... а зараз вы чувствуете, что есть такое обесценивание? Конечно, конечно. Сплошь и рядом. Сплошь и рядом. Тебя кто туда посылал? Зачем ты туда ходил? И понимаете, тогда человек, он просто сам не знает, что я там делал. А ведь я хорошее дело делал. А вот такое отношение. И разочарования очень много. Ну, бачите, ми все одно приходимо до тієї ж самої кризи, тому що це насправді війна і атошники, це вся частинка цієї ж кризи, яку ми переживаємо зараз важкої, так? Да. І все-таки нам потрібно залишатися людьми, не тільки в відношенні обязательно. Тих, хто воював, а взагалі між собою в стосунках, так? Якщо нам тяжело використовувати наш внутрішній резерв, то, о чому ми говорили в початку передачі, можна внешній. Це та ж сім'я. Да, это те же друзья, это те же походы, отдыхи. То есть где мы можем набраться энергии, чтобы двигаться дальше? Когда вот нас посещают там мысли о прекрасном, о будущем. Вот если мы себе закладываем, да, я хочу, пускай тот же дом, хочу построить дом, да, мы направляем все мысли туда, какой он будет, как он будет. И нам приходит идея, вот эти вот идеи, это и есть то движение, куда мы хотим двигаться. Мы начинаем себе фантазировать, да, визуализация. Мы начинаем видеть, это еще одна мантра психологии, визуализация. Но там тоже не все так, да, так це просто, так все гладко. Так просто, как визуализировать? Это просто сів собі, написав на листочку, я хочу, те-то. Взагалі, как это происходит? Нет, смотрите. Так. Например, я стрелок из лука. Так. И мне нужно попасть в центр. Я представляю себе круг, десятку, как я выпускаю, натягиваю тетиву, как летит стрела и прямо в десяточку попадает. Вот это называется визуализация. Але вона якась дуже конкретна. А якщо це щось абстрактне? А що ви хочете абстрактне? Отримувати задоволення від життя. А хто мішає? Да, точно, що ніхто. Видите, то есть мы под визуализацией понимаем немножечко другое. Вот он рецепт який. И все-таки у нас уже закінчується програма. Поки ми не візуалізували всі свої потаємні бажання. Пані Ларисо, все-таки останнє от ваше слово, як втриматися на плаву в цій кризі, правда? От
крім наших любити себе, бути щасливим і рухатися? Що би ще? Ну, во-первых, если мы в себя не верим, то все, что бы мы ни делали, как бы мы это ни делали, как бы мы ни старались перепрыгнуть через себя, это будет нереально просто. Во-первых, да, верить в себя, в тех людей, которые рядом, поддерживать их. Ну и тогда кризис нам будет не страшен. Мы переживем. Це як в цій казочці, нам не страшний сірий вовк, так нам не страшна криза. Обязательно. Глядачам хочу сказати, що ви не забувайте, будь ласка, що ви маєте любити себе, вірити в себе, рухатися. І що там ще? Цінити себе. А, і цінувати себе. А, фізичне здоров'я, інтелект, обязательно. Ой, Боже, тут вже цілий список, він такий великий. До побачення.